Возгорание произошло в холле актового зала, изолированного от жилого блока. После того, как автоматически сработала сигнализация, сотрудники дома-интерната незамедлительно сообщили о пожаре в дежурную часть. Обученность персонала позволила выполнить все это организованно и в плановом порядке. Потому что ежеквартально у нас такие тренировки проводятся с полной эвакуацией людей, и персонал к этому, так сказать, готовится в обычное время. Только в этот раз тревога оказалась не учебной, а реальной. Из интерната в срочном порядке эвакуировали пациентов в безопасное место. Всего 263 человека. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно справились с огнем. Сейчас работа дома престарелых проходит в обычном режиме. Устраняются последствия утреннего бедствия. Пожилые люди и инвалиды уже вернулись в свои комнаты.